На очередном заседании регионального правительства внесли изменения в законодательные акты согласно перечням поручения президента Владимира Путина. В частности, скорректировали планы графиков по решению проблем граждан, которые пострадали от недобросовестных действий застройщиков. В соответствии с региональной госпрограммой планируется 12 пострадавшим в 2018 году оказать социальные выплаты и 11 пострадавшим в 2019 году. Данный план-график размещен на официальном сайте министерства и в информационно-телекоммуникационной сети интернет. Недопущение новых случаев нарушения прав населения, зона ответственности специальной комиссии и ее внеплановых проверок. Так, за последние два месяца в результате такого контроля один застройщик уже привлечен к административной ответственности, другому вынесено предостережение. По тем домам, о которых вы говорите, да, которые находятся на особом контроле, у меня большая просьба и с городом отработать, и с министерством строительства, как мы по ряду домов уже работаем в части создания и советов вот этих дольщиков, чтобы они также принимали участие в обсуждении и контролировали ход работ по каждому из этих домов. Внесли поправки и в части обеспечения безопасного дорожного движения. Прежде всего, это касается оснащения пешеходными переходами нового стандарта места вблизи соцобъектов. На территории Ульяновской области 2400 пешеходных переходов. Из них 1500 расположены на дорогах местного значения, 789 на дорогах областного значения и 111 пешеходных переходов на автомобильных дорогах федерального значения. Сегодня лишь 1199 или 50% от общего количества пешеходных переходов соответствует актуальным форматам. По поручению Александра Смекалина до 1 апреля должен быть сформирован четкий график работы с точно прописанной суммой, чтобы до 2020 года все дорожные зебры соответствовали госпрограмме. Рената Люлова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.